Потерялся ребенок. Накануне вечером внимание оренбуржцев привлек маленький мальчик, гуляющий по улице Абдрашитова, совершенно один. Найти его родных прохожим не удалось. Люди вызвали полицейских. С того момента прошли уже почти сутки, но родителей малыша до сих пор не нашли. Сейчас мальчик Степа находится в приюте и ждет, когда его заберут домой. А сколько еще раз покажи лет тебе? Маленький Степа в приюте всего сутки, но уже адаптировался, чувствует себя как дома. Его обнаружила Вика. Ей показалось странным, что ребенок такого возраста гуляет на улице один. Узнали то, что он уже давно находился, и от Шевченко до Абдрашитова он переходил все туда-сюда, туда-сюда ходил. Вот мы решили помочь ему найти маму. Мы стали у него расспрашивать, он сказал, вот в этот магазин. Мы заходили во все магазины, не было. Потом мы стали у него спрашивать, он говорит, меня мама оставила здесь и сказала, жди. Сама ушла и, как он сказал, села на автобус и уехала. Девушка стала расспрашивать прохожих, стучаться в двери незнакомцев в поисках родных найденыша. Но это возможно вот в том квартале, оттуда, потому что летом бегали детишки. Они полураздетые, полуголые. Он не рыжеватенький? Не рыженький, светленький. Но здесь вот у нас нет таких вот детей, нету. Когда девушка поняла, что ситуация серьезная и родных мальчика действительно рядом нет, позвонила в полицию. Так ребенок оказался в приюте. От Степана удалось узнать немного. Мальчик немногословен, но главное, понятно, у ребенка есть семья. Ты что ли пошел один гулять или ты потерялся? Расскажи. Да. Потерялся? А с кем ты был, когда ты потерялся? Дима. С братиком Димой ты был? Да. А мама или папа были с вами? Да, все. А как же ты потерялся, расскажи. Ты куда-то убежал? Нет. А как? Он говорит, что он живет с мамой, с папой, что его зовут Степан, что ему 4 годика. Говорит, что ходит в садик. Ну, пытались, ходили в близлежащие улицы, опрашивали жильцов. Никто не опознал ребенка. Еще у Степана есть младший брат Дима и много игрушек. Свои выводы сделала директриса приюта Галина Ибрагимова. Она говорит, что мальчик хорошо воспитан и умен, а также отметила его здоровый аппетит и хорошее настроение. Степан, похоже, из благополучной семьи. Хорошо развит, говорит хорошо и организован. Соблюдает порядок игрушек, играет, убирает на место, общается свободно. И возможно, что он из детского организованного коллектива, потому что он чувствует себя уютно. Ольга Аксенова, Дмитрий Григорьев, ОРЕН-ТВ. И уже вечером стало известно, что родственники мальчика нашлись. В полицию обратилась сестра Степы о том, что ребенок пропал. Ей 21 год, у них есть мама. Сейчас выясняется, при каких обстоятельствах Степа остался один на улице Абдрашитова. Не исключено, что его просто забыли. Скорее всего, за ненадлежащее исполнение обязанностей женщина будет привлечена к ответственности.